В порядке живой очереди проходит запись в секции кружки Центра «Активное долголетие». Чтобы выбрать дело по душе и весь предстоящий год ходить на самые интересные занятия и мастер-классы, на заводскую 4 с раннего утра приходят жители серебряного возраста. Посещение центра для пенсионеров бесплатное. Из обязательных условий – прописка в Московской области и наличие социальной карты. У нас каждый год идет новый набор, собственно говоря, участников, потому что и состав обновляется, и каждый раз наши двери открываются для все новых участников. В этом году у нас новшество. Из-за того, что очень большой спрос на бассейн, мы сделали бассейн по абонементам. И теперь посещать его можно по полгода. То есть полгода посещает один человек, чтобы освободить место для, для других, потому что в том году лист ожидания был почти 400 человек. Помимо плавания, в этом году открыты 13 кружков и секций для досуга и оздоровления. От ИЗО и рукоделия до вокала и компьютерных курсов. Впрочем, в наибольшем почете у активных красногорцев старшего возраста все, что связано с движением и физкультурой. Дыхательная и суставная гимнастика, йога, скандинавская ходьба и танцы. Прежде всего, этот возраст, когда все хотят тоже продлить свою молодость, закрепить свое здоровье. Ну и очень много реализуют творческие какие-то свои потребности, поэтому все занятия, которые у нас проходят, они очень популярны. С момента открытия записи на занятия уже в первые часы внесли свои имена в списки более 500 человек. И это далеко не все желающие жить активной жизнью, даже после выхода на заслуженный отдых и обрести здоровое долголетие.